Бу, наслідку вияснювали, якщо з нього мужика, типа, пес призначає нього мужика, доля тайми. У Парі Це Сен-Жермен крайній чи клубі у Валенча Парі чи Сен Парі Фе. Сен Жермен. Второй тайм Ще де це начинається. відим, чи не ва каштіга. Чи треба сума старий модель, а там все каштіга. Варто на комісі приміщити, ні. Міг ведеть сім. Є лоял, немає лоял. Пайдаур е гун ла. Zero și dacă ceva va fi și eu. E unul la unul și dacă ceva va fi nu va fi nimic, nu va câștiga nimeni și gata și Смотрим. nu vrea să Бегут бат, между că головой и с головой. Văzut ce zice și el de la cap la cap. Nu știu ce înseamnă. Probabil că înseamnă Хороший că проход и de la я cap был la нацелен cap, на удар dacă știți поворота. și... Trebuie să jucăm puțin mai rapid. Hai să scoatem pe unii care nu au găsit. Nu și vom scoate. Nu chiar acum. Deci acum să И вот такие минуты защитник încercăm отрасы să ajungem Краковца la от poartă Атлета, și după который aia этим мощным стрельбем, dacă ударом nu putem ajunge la разряжает poartă. обстановку и спасает команду. Да? Думаю, надо бить и забивать. Eu probabil zice că ăsta nu va fi bun. Așa? Și Brahimovic îi va trece pe toți. El e cel mai puternic din Paris Saint-Germain, după câte știu eu. Dar oricum s-a băgat unul. Dați acum puțin să ieșim și să schimbăm pe alții. Că au obosit ăștia puțin. Și dați să scoatem pe Digne ăsta. Nu știu cine e. Dar dați să scoatem. În locul lui Pastorului. Cine mai e și ăsta? Nu știu. Păi și nu mai vreau să schimb, că nu știu cine sunt ei. Măcar am schimbat, măcar unul. Să avem ceva mai proaspăt. Puternic. Nu știu va intra. Nu chiar acum. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Что? Почти что гол. Что не носа получается. Пьет, Подача от носа защиты легко пьет. с ней справляется. Штиел, конечно, пьет. На леску я стою до Луи Бахмович. Numai că nu chiar fix la picior a dat și de-aia nici n-a luat un bachin, știți că... El... Bun. Не худший вариант. Паут, хотя, Требуя конечно, мы пас безобразный, но что соперник ты мяч не перехватил, а ведь могло быть и так. Вообще, она захвачена не миг. Двойная, но в рамках коллектива. Și ăsta este Digne ăsta, nu știu cine e. Dacă știu că am spus-o că nu. Vedem, poate va fi ceva putin, știți că... La rovnă nu este practic tine cu tine. Trebuie puternici acum, oameni. După alești putin. Și... Cum, mai vedem noi. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. Нельзя это промазать. Ну, в момент навеса не посмотрел игрок на то, что вратарь выходит. Но не посмотрел и не посмотрел. Вот вратарь мяч и забрал. Как уверенно играет в такой ответственный момент вратарь. Ăștia nu mai o iau pe sub picioare mingea. Și ăsta iarăși. И вроде бы захлебнулась атака, но не знаю, ăștia возможно, она жака снова foarte продолжится. Bine. Мама, ты
как у тебя. Видишь, он просто думает, как у тебя не имеет. Он чекал, вот не все и кишки были. Я пока не очень пойму, чей этот мяч. По-моему, пока он не чей. Сейчас, хватит. И вот он парашютик на штрафной, кто его примет. Хватит. Шнафус. Камера должна просто показать судью, Шерча, потому что всех интересует, фос. Полез то в карман за горчичником или нет. Барахос чего. Замена при равном счете во второй Хорошо. Половине игры. Шаг ответственный. Ибрахимович, Сипабе. Это некий просто, что не мать и Ибрахимович. Без ударов по воротам не выиграешь, поэтому здесь, как говорится, статистический показатель бесспорен. Чем больше ударов, тем лучше. Ну, соперника Валенсии, поэтому атака продолжается. Чего? Как бы так не вышло, что хороший отбор вообще в минус команде пошел. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворотом пробить. Париж Сен-Жермен. Он внимательно просто действовал игрок, срезался мяч с ноги и ушел за боковую. Произошла. Мы уже смотрим, на какой позиции расположился игрок. А теперь будем смотреть, что ему удастся сделать. Зачем пропустил, что? Опа. Ну и... Ну, ампу пропустил. Что ты, Мич? Я не очень ожидал потери мяча, но она случилась. Да ну я еще. Думаю, надо бить и забивать. Че? Вот шанс забить. Честно. Ибрахимовый, честно. Бате Песус. Парят бить, че я сейчас отмет. Тогда держал его чинчор, и тут мы сопримся до его. Тогда отмотил он его, мимо. Мимо его. Мяч перехвачен на план. Мамай да мимо. Так и я ниндзя, Ибрахимович. Ну, так часто бывает, когда ничья и время заканчивается, главная задача сыграть понадёжнее, поосторожнее. Есть возможность подать мяч в штрафную, что и происходит. Удар с лёта. Честно, собака. Жёлтый пас. Джонас. Я развожу дело, мило, копер. Ну, аста. Оборона в этот раз. Похоже, его передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. Был рикошет, и мяч уже вне игры. Явный технический брак со стороны игрока обороны, и соперник будет сбрасывать мяч за боковой. Тебе там, да? Шипетка, да, то с тобой же попас. Ши, а шайбу я шунджи. Да не требую. Оп, батин давали. Ши, фачело. А фучита лонга минджи, ши. Тут аша, де парка не веде минджи, știți că... Deci fac așa. Chiar și în realitate fac mulți așa. Ce de... Ce de enervat. E enervant. De tot. Se bagă la tine și ce-o ia din prima, știți așa. Fără să se mai gândească. Și așa trebuie să bate pas. Păi Ibrahimović. Se duce în altă parte, nu e trebuie la Stescan, nu trebuie. Și a fost 1-1, nimeni n-a câștigat. Și cam asta a fost tot. Pa, pa.